В районе 6 утра произошел дефект трубопровода, подающего трубопровод диаметром 800 мм. В зону частичного отключения попало 243 объекта по состоянию на сейчас. Полного отключения теплоносителей и горячего водоснабжения не производилось. Все объекты запитаны по обратному трубопроводу. Теплоносители и ГВС подаются на пониженных параметрах. В настоящее время проводятся земляные работы. Место утечки локализовано. Возникли небольшие сложности в связи с тем, что место порыва окружено нестационарными торговыми объектами. В настоящее время администрацией города предприняты все максимальные меры по поиску собственников данных объектов. И в настоящее время проводятся работы по оперативному демонтажу данных объектов. Работы продолжаются, администрация города держит на контроле проведение работы.